Всем привет, ребят. Ну что, разыграли мы уже паки самоцветов конкурса. Немножко подустал, но все-таки решил вам сегодня записать китайку. Очередной выпуск. Сегодня у нас опять топовые донатные акции здесь. Ну, просто мега удачные для моего аккаунта, наверное, для многих аккаунтов. Вот у нас продают вольта, грубо говоря, за большой пак. Скин на него сразу же. 100 дышек получается. Две коробки и два сета пятой ремки. Ребят, два сета пятой ремки. Но это не все. Также есть тут другие скины, кому они нужны. Вот я еще коробочки забрал, потому что нужны будут. Ну и основной — железная воля, сет гнева, некрос. Ну это такой основной пак. Так, побежали дальше смотреть, что у нас тут еще есть. Тут все закрыто. Вот есть у нас акция «Разбей яйца», у нас есть 19 попыток. Так, кулачки. Камень, неплохо. Сундучок. Еще кулачки. Слизни, вот это самое, наверное, основное, что мне надо, это кагашки и слизни здесь. Остальное все у нас уже есть. Надо очень много кагашек. Потому что качать есть что. Так, золотое яйцо. Такое себе карта выпала. Фигня, по сути. Самый большой плюс на Китае в этих акциях — то, что акции идут не один день. Вот это вот самое, скажем так, сладкое здесь. Потому что у нас на нашем кулаки неплохо дают. На нашем сервере всего лишь один день и немножко не то. Окей, отлично, собираем. Вот что мы собрали с вами. В принципе, как бы плюшки неплохие. Смотрите, сколько всего. И еще плюс. У нас осколками. Льдышка есть. Так, давайте льдышку сейчас сразу же прокачнем. Вот 31 уровень уже. Просто жесть. Как здесь быстро все качается. Так. Окей, с этим мы разобрались. Идем дальше. Это еще не все, что есть у нас здесь по акциям. Есть куча других топовых акций. Я сам охреневаю, сколько всего дают для прокачки. Так, тут надо угадать числа. Так, тут что-то мы получили. А, все, типа больше нам попыток не дают. Сейчас посмотрим, что мы там выиграли. Так, давайте дальше. Следующая акция. Это, по-моему, затрату, если я не ошибаюсь. Так. Или за покупку, не за покупку все-таки. Так, отлично. Еще одна акция. Вот это одна из топовых акций здесь. Так, кахашки забираем. Причем, смотрите, она идет до 13 числа. То есть она не сразу заканчивается. Можно реально нормально подкачаться и не одну акцию сыграть. Вот отлично, еще карту забираем. Рудольф, 20 штучек. Самое основное вы сейчас дальше увидите. Льдыха еще 50. Вот где-то у нас за один пак можно было сколько. Вот, дальше у нас идет грубая сила. И за следующий пак сразу воодушевление. Это просто жесть. Потом идет пятый сет. Третья карта. Пятый сет ремки, еще один. Воодушевление и огнекрыл. Это жесть. Так, забираем все. Еще дополнительно. Так, а ну, что там? Больше мы его не можем качнуть. Не, больше пока не можем качнуть. Так, идем посмотрим наши плюшки. Так, ну мы можем сразу кого-то качнуть. И это будет, скорее всего, не скорее всего, это будет у нас хранитель следующий по прокачке. Он нам нужен будет на подземке. Вот так вот делаем ему десяточку. Отличненько. Отличненько.
Так, с хранителем мы разобрались. Вот он у нас уже 11 скилл. Будем пробовать бомбить подземки. Так, хорошо. Дальше. Сегодня у нас будет... Так, это забираем. Будем эволюционировать и аугментировать Арктику. Она мне нужна будет для архидемонов. Тем более сейчас много новых архидемонов. Где она нужна? Ну, смотрите, сколько у меня тут талантов топовых. Это просто жесть. Реально огонь. Так, карты. Супер. Так, что у нас тут еще такое интересное? Два сатаремки. Не понял, что-то не вижу сатаремки. А, вот они. Они чуть-чуть выше были. Это просто жесть. Ничего не могу вам сказать. Это просто, ребята, жесть. Тут уже аккаунт, в принципе, затаренный. По-нормальному. Так. Ну, самое основное, вот, смотрите, сегодня мы будем забирать первый раз за неделю осколки Огнекрыла. Сумки. Бесплатные причем. Вот мы их забрали, сейчас мы их пооткрываем. Так, наши сумочки. Где-то тут должны быть, да, вот они. Открываем. Ну, 6 штук. Все равно неплохо, 6 штук на халяву. Это лучше, чем открывать кучу сундуков и ни хрена оттуда не выбить. Так, это удачные сундуки, по-моему, тоже их сейчас открываем. Да. Так, это сундуки лавы. Так, сейчас я быстренько. Мне ремочек как раз не хватало, пара героев. Лично переставлял, сейчас будет отлично все. Так, с этим мы разобрались. Поехали дальше. Бомбить нашу китайку. С хранителем мы разобрались. Вот такая вот Арктика у меня сейчас есть. Она с утеканием будет качаться дальше. Для архидемонов специально. Вторым талантиком еще подумаю, что ей поставить. Так. Поехали дальше. Сотый у нас уже на ней просвет прокачан. Делаем эволюцию. Забираем книжечки. Так, у нас одна карта есть. КГшки не тратим. У нас нету красных кристаллов. Сейчас мы бомбанем красных кристаллов. Так, есть. Отличненько. Вот если бы не такие акции, мне бы здесь реально было сложно качать и просветы, и все остальное. А так, как видите, с сундуком мы достаем здесь намного больше, чем даже я на основе достаю. Так, отличненько. Ну, 263 книги. Вот почему надо героев докачивать, если у вас не хватает значков почета, обязательно качайте. До 200... Ой, сори, ребят. До 200, а потом... делайте эволюцию. Так, с этим разобрались. Поехали сюда. Качаем ей. Так, все, есть 20 уровень. Вот она у нас уже может идти на аугментацию. Вот надо две артики, используем камни, камень аугментации. Плюс 247 силы нам сразу дало. Так, что мы будем делать? Смотрим, плюс одна клетка. Я сразу ей ставлю
такого вот такую чару, это специально для архидемона, как вспомогательный он будет дополнительный урон наносить. Пока у меня здесь как бы героя много нету, поэтому я не заморачиваюсь, ставлю, не выбиваю что-то интересное для них. Мы собирать ее будем на крит, потому что мне она нужна с критом на архидемона. У нее и так, в принципе, но у нее, по-моему, крит урон. А вот крит удар. Надо прокачать. Вот пятерку зажимаем сразу. Поехали дальше. По чарам ей тоже неплохо доспех подходит. Так, крит урон не нужен. Надо сейчас побольше пятерок крит удара нарулить. Что-то последнее время крит удар очень плохо падает. Вот еще одна пятерочка, отлично. Можно было его и жизнь оставить, но она особо тут не нужна будет. Надо чем побольше от него урона добиться. Ну и соответственно, чтобы критовало чаще. Очень хреново что-то падает. Жесть какая-то. Ну давай уже. Не идет что-то крит. Крит, приди. Жесть. Сколько мы уже уклонений пропустили, пятых. Так, есть еще один крит, отлично. Вот вообще супер. Уклонение еще, даже урон есть. Пусть будет пока так, вот так вот. Мы ее прокачали, то есть она у нас вот такая вот сборочка уже, в принципе, для архидемона мне этого будет вполне хватать. В дальнейшем, конечно же, я буду ее прокачивать в потолок и по чарам, и по созвездиям. Пока надобности особо нету, потому что мне надо изначально докачать других героев и открыть 12 скиллы для всех. Поэтому это займет некоторое время. На первое время, чтобы там набивать, я думаю, 2 миллиона мы сможем набивать. Я надеюсь, еще пару героев нам надо прокачать. И будем пробовать трешивать. Вот так вот, ребят, вот такой вот был мини-обзорчик на китайку сегодня. Я, в принципе, и показывал и атаки фортов, мы там попрокачивали немножко талантики. И все остальное прокачаю уже в потолок и сделаю на нее полноценный обзор, что куда ставить и как ее качать надо правильно. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно участвуйте в конкурсе на Некросе. На Некроса ссылочка будет в описании. Все остальные конкурсы уже прошли. И не ведитесь на фейковые странички, которые вас там просят дать аккаунт. Я никогда аккаунт не прошу, только единственное, когда там роллинг, то люди сами дают. Либо я отписываю, когда победители конкурса. Больше мне чужие аккаунты, ребят, не надо. Все, всем удачи, всем пока.